В час пик напряжение водителей достигает своей наивысшей точки. На повороте на Старонагорную улицу возникает транспортный коллапс, который приводит к затруднительным ситуациям на дорогах, а иногда и к авариям. Я думаю, наверное, светофор все-таки поставить. Полицейские лежачие уберите, будет хорошо. А как вы думаете, как в зеленых аллеях разрешить эту ситуацию? Там надо двойную сплошную от круга сделать и запретить парковку при въезде со школьной. Конечно, надо просто дороги делать, расширять. А как же? Там лежачий полицейский держит. Развязку надо сделать из нового видного. Mm-hmm. Это из-за них все стоит, в принципе. В целом, конечно, наверное, расширением полосы дорожной, но я так понимаю, там частное владение дальше идет, поэтому так не получится. А так, ну, либо круг убирать, в принципе, это ставить светофор, ну, возможно, другие будут затруднения. В администрации муниципалитета над дорожной проблемой на участке от кругового перекрестка Увникопа до Старонагорной улицы работают и ищут пути ее решения, учитывая при этом мнение как автовладельцев, так и жителей поселка Ленинского. Одной из первых мер станет ликвидация лежачих полицейских. Уже на следующей неделе сотрудниками МБУ «Друсервис», которые содержат улично-дорожную сеть муниципальную, будут проведены работы по их демонтажу. Но мы понимаем, что там же проживают люди в поселке Ленинский, и демонтаж искусственных неровностей создаст там дополнительные трудности там, в переходе через проезжую часть, поэтому вопрос выносится вместе с установкой светофорного объекта. Помимо этого, три дня в неделю по понедельникам, вторникам и четвергам на дорожном направлении будут дежурить сотрудники ГИБДД. Эти меры призваны улучшить ситуацию на проблемном участке. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.